Ассаламу алейкум, курметте көрермендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Аким области Абельгазы Кусаинов вместе с министром сельского хозяйства Казахстана Асылжаном Мамытбековым побывали в поселке Киев Канурийского района, где посетили ряд объектов агропромышленного комплекса. Сотрудники департамента юстиции продолжают вести борьбу с контрафактной продукцией. Семикратный чемпион Казахстана ночует в подъездах. Аким области Абельгазы Кусаинов вместе с министром сельского хозяйства Казахстана Асылжаном Мамытбековым побывали в поселке Киев Канурийского района, где посетили ряд объектов агропромышленного комплекса. По итогам визита в сельский район состоялось пленарное заседание, на котором обсуждались вопросы сельского хозяйства региона. Заседание с участием акима области и министра сельского хозяйства республики состоялось в Нуринском районе, в поселке Киевка. Главный вопрос повестки дня – внедрение влагоресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Мы сейчас будем восстанавливать все колодцы, которые были на территории области и которые работали. Мы будем восстанавливать дамбы. Мы будем сегодня те земли, которые не используются по назначению, а во многих случаях многие годы не использовались нигде. Вот возврат их опять в собственность, с тем, чтобы можно было передать тем хозяйствам, которые будут надлежащим образом относиться к земле, выращивая урожай, значит, организовывая пастбищные хозяйства, для того, чтобы можно было увеличить ту составляющую, о которой, как я и говорю, увеличение производства мяса, молока. В свою очередь, министр сельского хозяйства отметил высокий потенциал агропромышленного комплекса Карагандинской области, поскольку здесь есть все условия для возделывания зерновых, картофеля, овощей и развития животноводства. Животноводство – это особенно нам нужно здесь активно развивать. Мы договорились с акиматом области вот, на базе Нуринского района сделать такое, как бы площадку такую методологическую, образцовую, на котором мы бы все вот эти необходимые мероприятия реализовывали. В рамках заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между областным акиматом, Министерством сельского хозяйства и рядом агропромышленных акционерных обществ. Договором предусматривается насыщение внутреннего рынка растениеводческой продукцией и обеспечение продовольственной безопасности региона. Прошло ровно 26 лет с того момента, как на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины, произошла крупнейшая в истории человечества атомная катастрофа. В связи с трагической годовщиной аварии Народно-демократическая партия «Нур-Отан» проводит мероприятие, посвященное этим трагическим событиям. Уже более четверти века прошло с того момента, когда на Чернобыльской атомной электростанции раздались последовательно два взрыва, которые возвестили весь мир о свершившейся трагедии уходящего века. Произошла мощная техногенная катастрофа на атомном объекте. Обширные территории надолго оказались загрязненными радиоактивными веществами. Миллионы людей лишились здоровья, из которых десятки тысяч погибли от мучительных болезней. Об этом вспоминает ветеран Чернобыля Виктор Минин. Мероприятие, которое организовало для в честь этой памятной даты Народно-демократическая партия «Нур-Отан». Мы только что группа представителей нашей организации, которая называется «Общественное объединение Карагандинский областной союз ветеранов войны, ветеранов Чернобыля и Семипалатинска», только что поехали со Свято-Веденского собора, где, значит, состоялся молебен в память о погибших чернобыльцах. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции церковь непрестанно возносит молитвы о жертвах этой трагедии, разделяя скорбь родных и близких. В оздоровье выживших написана икона «Чернобыльский спас». Для этой иконы будет отведено место в Свято-Веденском кафедральном соборе города Караганды, где она постоянно будет находиться для молитвенного поклонения верующих. И что хочу подчеркнуть, понимаете, вот у нас совет, да, так уж сложилось, что в совете русский председатель, члены совета латыш, казах, украинец, кореец, то есть полный интернационал. И как и в годы войны, как на афганской войне, так и в Чернобыле, эта опасность, эта беда, она не выбирала людей по национальностям, и все жили дружно, все спаяны. И вот сегодня пришли в православный храм, и пришли мусульмане. Они имеют на это полное право почтить память. По словам организаторов, данное мероприятие направлено на пропаганду подвига казахстанцев, проявленного при ликвидации аварии, воспитанию на их примере подрастающего поколения. На данном мероприятии пришли почтить память погибших очень много студентов. На сегодняшний день наша цель – организовать такие мероприятия на республиканском уровне, а также в ближайшее время установить памятник в память о погибших при катастрофе. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
Семикратный чемпион Казахстана ночует в подъездах. Мастер спорта по настольному теннису Евгений Быков – инвалид второй группы. Сироте после детского дома некуда идти, судьба загнала его в угол. Но несмотря ни на что, Евгений продолжает добывать медали не только для нашего региона, но и страны. И по-прежнему борется с жилищной проблемой. Евгений Быков сейчас живет в летней кухне друга. В холодный сезон года он проводит время в компьютерных салонах. А если нет денег, тогда приходится ночевать в подъездах. Пока тепло, вот именно в летнее время, когда вот погода позволяет, вот, здесь, в принципе, я могу вот, там, переночевать. Там. Вот, что касается зимнего периода, то, соответственно, где придется там, где-нибудь там, в игротеку там, прийти, там, поночевать там, если там деньги, допустим, есть там, или там какой-нибудь друг там приютит там на пару дней. Бывало, да, и на улице оставался там, где-нибудь там найду теплый подъезд. Евгений – инвалид второй группы с диагнозом артрогрипп. Но ограниченные физические возможности для него не приговор. Он мастер спорта по настольному теннису. У него немало достижений не только на уровне республики, но и в СНГ. Призер открытых чемпионатов России 2011 года. Очень перспективный мальчик. Является членом сборной Республики Казахстан. Но проблема у него действительно, вот, так как он рос без родителей, без всякой помощи, вот, добился таких, не потерялся человек в жизни. Единственная проблема у него вот с жильем, негде жить человеку, особенно зимой, вот, в холодное время, обитается где попало. Сейчас в области жилищные права сирот-инвалидов полностью не решаются. Выживает кто как может, кому как повезет. Мне было бы радостно и хорошо, если бы Жене предоставили квартиру и какой-то свой угол. Вот, чтобы он мог чувствовать себя как дома, не как чужим людям приходит. Чувствовать себя дома. По данным областного управления образования, сейчас в области есть 23 учреждения для сирот. Из них 4 – дома юношества, где можно жить до 23 лет. Но они были созданы по постановлению Акима только в 2011 году. А для тех, кто постарше, сейчас предусматривается проект под названием «Дом молодежи», рассчитанный на 200 мест. Там предусмотрено проживание как для одиноких выпускников детских домов, так и для семейных пар. Открытие данного дома будет 5 мая. Сейчас более 100 сирот подали заявку. В списке есть и Евгений Быков. В списке у нас значится также Быков Евгений Владимирович, который приходил к нам, написал заявление. На сегодняшний день он пока не представил пакет документов. По представлению, конечно же, комиссия рассмотрит его кандидатуру для проживания. И при наличии всех документов будет выписано направление для проживания в Доме молодежи. У Евгения есть шансы получить комнату в данном общежитии. К тому времени, возможно, и подойдет очередь квартиры, положенной ему государством. Но сейчас, кроме как на себя, ему не на кого рассчитывать. Ой, жильем куда только не обращался. И в Акимат обращался, и в ЖКХ, это все бесполезно. Вот. Хотел к Акиму города попасть. Они мне прям так прямо заявили, у нас 5 заместителей, мы к вам к одному из них отправим. Я говорю, зачем мне заместители? Они мне потом опять скажут, идите в ЖКХ, идите там добивайтесь. Бесполезно вообще туда ломиться, это я уже стопудово знаю. В областной тем более там вообще. Ни в областной, ни в городской никуда не пробьешься. Везде двери закрыты. Марал Тукенова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Житель Караганды в своем подвале хранит уникальные старые мотоциклы. В коллекции Камиля Рахматуллина старые мотоциклы и мопеды, которым больше 50 лет. Посмотреть ретро-мотоциклы отправилась наша съемочная группа. Хороший, удобный. Заводится тоже очень просто. Вот таким образом. Энтузиаст собрал в подвале небольшой автопарк советского периода. Это Ертыш 56-го года выпуска, мотоцикл 61-го года Львовского завода и мотоциклы серии Рига 60-х-70-х годов. Для одних ценным, говорит Камиль Рахматуллин, является собирать марки, для других – коллекционировать бабочек, а для меня – мототехнику. Ну, это как просто увлечение было. Я говорю, я в детстве занимался ими, я пацаном собирал их сам еще.
где-то в классе в 6-7, наверное, учился. Это средство передвижения, хотя похоже на велосипед, но мощность у него, как у мотоцикла. Его мотор является самым старым из всей коллекции. Мотор «Иртыш» использовали еще в военные годы. Приобрел Камиль Рахматуллин его случайно. Это, в общем-то, в городе единственный экземпляр. Потому что мне подарил его один друг, а он нашел его у соседки в огороде. Там какие-то земляные работы производили, из земли его выкопали. В общем, я, наверное, год с ним возился, пока я его сделал. Но он был весь ржавый. Ну, завел, заработал, я ездил на нем. Он интересно вообще. Тихо работает, почти бесшумно. А на этом мотоцикле Львовского завода можно проехать с максимальной скоростью 50 км в час. Он очень экономичный, утверждает хозяин антиквариата. А вот это средство для передвижения – самый первый мопед в истории. У него колеса большого диаметра, поэтому проходимость хорошая. Прежнему хозяину он был не нужен и чуть ли не попал на металлолом, говорит коллекционер. Практически все 6 мотоциклов в руки Камиля Рахматуллина попали не в идеальном состоянии. Все это добро он сам восстанавливал и реставрировал. И даже на этот двухколесный мопед прикрепил декоративные аксессуары. Ну, тут я его немножко, как говорится, прокачал. Вместо металлической облицовки я ему сделал деревянную. Ну, это так, ради просто смеха, как говорится, для куражу. Все эти мотоциклы в рабочем состоянии. Камиль часто использует их для езды. Вы знаете, когда я в город выезжаю, все автомобилисты едут и сигналят, и показывают вот так вот. Таким образом, в подвале у карагандинца находится кусочек истории. Многие горожане, друзья идут навстречу, готовы отдать даром старую технику. Так что у коллекционера есть возможность собрать все серии. У меня есть такая мысль – музей создать. У меня вообще-то даже помещение есть в подвале, вот соседнее помещение в подвале у нас. Если власти разрешили бы, то можно было бы там музей сделать. Марал Тукенова, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Сотрудники Департамента юстиции продолжают вести борьбу с контрафактной продукцией. Недавно они изъяли и уничтожили более 2000 пиратских дисков. Об этом далее продолжит Анель Шелкарбек. Вот таким безжалостным способом уничтожили более 2000 пиратских DVD и CD-дисков, которые были изъяты из незаконного оборота сотрудниками Департамента юстиции. Операция по уничтожению контрафактной продукции прошла совместно с Департаментом внутренних дел Карагандинской области. И это уже не первая акция по уничтожению нелицензионных дисков. Так, в ноябре прошлого года были изъяты и уничтожены около 7000 дисков на сумму 1 миллион тенге. Цель акции по уничтожению незаконной продукции, где участвуют сотрудники Департамента юстиции и ДВД, ясна. Отрадно, что активно участвуют и студенты. Это не первая акция по уничтожению контрафактной продукции. В этом году такие акции будут проводиться еще не один раз. На мероприятии по уничтожению контрафактных дисков участвовали и активисты университета Булашак. Студенты этого учебного заведения уже не первый раз принимают участие в подобных акциях. Им также хочется привлечь внимание общественности к этой проблеме. Ведь приобретая контрафактную продукцию, население не только получает товар низкого качества, но и способствует незаконному обогащению его производителей. Наши студенты прекрасно понимают, что товары низкого качества не должен продаваться на прилавках. Мы хотим, чтобы это прекрасно понимали и другие люди, которые не прочь покупать такую продукцию. Как правило, торгуют такой продукцией жители Южного Казахстана и Узбекистана. Хранители законопорядка намерены и далее продолжать борьбу с производителями и продавцами нелицензионной продукции. Анель Шелкарбек, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Сегодня Карагандинский университет Булашак провел республиканскую научно-практическую конференцию студентов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы современности». В конференции принял участие директор Центра академического письма Центральноевропейского университета Джон Харбард. По словам организаторов, количество участников конференции с каждым годом увеличивается. В конференции приняли участие свыше 250 студентов и школьников из 52 учебных заведений. Среди них студенты из разных городов Казахстана, а именно Астаны, Алматы, Атырау, Семипалатинск, Аркалык, а также из России и Украины. С помощью этого укрепляется научное сотрудничество с вузами дальнего и ближнего зарубежья. Проблемы, которые будут обсуждаться, касаются как раз молодежи.
молодежи, поскольку проблемы окружающей среды, технического прогресса, это те проблемы, которые будут решать следующее поколение, то есть это те люди, которые сегодня присутствуют на конференции. Цель данной конференции – привлечение студентов, магистрантов и докторантов к решению актуальных задач современности, поддержка научной активности молодых ученых, развитие их креативного мышления. Конференция дает возможность молодым ученым и студентам поделиться достижениями и опытом научных исследований, получить опыт выступлений перед аудиторией. С этой целью в конференции принял участие Джон Харбард. Цель моего приезда немножко разнится. Я приехал проводить семинар для преподавателей университета Булашах, но я думаю, что цель конференции и цель моего приезда совпадают, поскольку обе проблемы касаются проблемы образования. Руководство университета Булашак убеждено, что в будущем значительно расширится представительство стран-участников, на что направлена работа по постоянному повышению уровня проводимых конференций. Каждому участнику будет вручен сборник материалов конференции. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Традиции воспитания молодого поколения развиваются параллельно с годами независимости нашей страны. Ребят, желающих вступить в ряды организации «Жас-Кыран», с каждым годом становится все больше и больше. Несмотря на свой юный возраст, они стремятся показать и проявить свой патриотизм и любовь к своей стране. Я очень рада вступить в «Жас-Кыран». Я буду успешно стремиться к знаниям и готова буду, чтобы с меня приводили пример. Вот так дети школы номер 87 хотят вступить в ряды юных патриотов. Изначально для ребят из начальных классов никакой организации не предусматривалось, но через некоторое время по образу и подобию движения «Жас-Улан» появилось более младшее крыло «Жас-Кыран», которое было организовано для самых маленьких. За 20 лет независимости Казахстана это первая организация вот именно для маленьких детей «Жас-Кыран». Вот. Сегодня мы принимаем только отличников учебы. Надеемся, что и остальные дети подтянутся. Это будет служить им стимулом. Маленькие дети – это будущие патриоты нашей страны. Надеемся, что это будет будущая опора Казахстана. Сегодня отличники учебы, а только их берут в «Жас-Кыран», получили свои значки, дабы с гордостью представлять свои взгляды относительно страны и интересы своей организации. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А в Караганде прошел конкурс чтецов «Все краски весны» среди воспитанников дошкольных учреждений. Организовало мероприятие детский сад «Малинка». Всего на конкурсе участвовали 25 малышей. Чем и как они удивили нашу съемочную группу, смотрите в нашем следующем материале. В конкурсе чтецов приняли участие 9 частных детских садов Караганды. Подобные конкурсы среди воспитанников дошкольных учреждений проводятся каждый год. В этом году мероприятие организовал детский сад «Малинка». Цель конкурса – выявить и поддержать талантливых детей, имеющих способности к владению голосом, дикцией, эмоциональной выразительностью. Здесь мы хотим выявить цель – поддержку, популяризацию творческих юных талантливых чтецов. Выявить талантливых детей среднего, старшего дошкольного возраста, владеющих способностью к выразительному чтению. Наш детский сад существует уже 20 лет. Вот у нас впервые такой праздник. Мы думаем, что сегодня мы подарим детям хорошее настроение. Тематика выступлений соответствовала названию конкурса и отражала знаменательные и праздничные даты Наурыз, День космонавтики и День единства народов. Весеннее настроение смогла передать и 4-летняя воспитанница детского сада «Малинка» Абдиева Жанель, которая исполнила стих Касыма Манжолова «Весна». Касыма Манжол куктем, сансыз куктек сон холдап, куктем келді ертелеп, нәзігім мен сон холдап, бералағы еркелеп. Аса өзен арқырап, асқар таудан дүркіреп, айдын жатыр жарқырап, алды дала бүртілеп. Выступление участников среднего и старшего дошкольного возраста оценивали представители городского отдела образования. Без улыбки слушать детей было невозможно. Каждое выступление запомнилось оригинальностью не только из-за старательно подобранных нарядов, но и самой подачи стихотворения. Деньки стоят погожи, на праздники похожи, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Здесь Казахстан простерся, и сердце радостью горит. Сильнее нет земли и горсти. Люблю я родину свою. Зеленые деревья, травы, как поднимайся в вышину.
Я не забываю свои нравы, свои традиции, родной язык. Я не забуду никогда, я не забуду материк, где центром Казахстан парит. Немало на свете невиданных стран, чудесных, богатых, красивых, но дорог сердцу лишь ты, Казахстан, давший мне жизнь и силы. Ведь здесь проживает особый народ с открытой и щедрой душою. От таких солнечных стихов даже цветочки расцвели в саду, шутит ведущий конкурса. Правда, пока что кружевные. Продолжилось мероприятие показом коллекции вязаной одежды «Кружевная фантазия». Театр моды детского сада «Малинка» уже 7-й год получает призовые места на областном конкурсе детского творчества. Стоит отметить, все наряды директор садика вяжет сама. Поэтому музыкальный зал маленькие модницы вошли с гордо поднятой головой. После такого представления остались довольны не только дети, родители, воспитатели, которые изрядно потрудились и волновались с самого утра, но и все собравшиеся в зале, что еще раз дает понять, что такие конкурсы наглядно показывают, что детей нужно развивать, обучать, и тогда талант ребенка раскроется во всем величии. Уважаемые жители и гости города Караганды, сообщаем о перекрытии движения автотранспорта на время проведения репетиций праздничных мероприятий, посвященных Дню единства народов Казахстана, 20-летию вооруженных сил Республики Казахстан и Дню победы в Великой Отечественной войне. 29 апреля организация легкоатлетического забега на призы редакции областной газеты «Индустриальная Караганда». По маршруту проспект Бухаджирау, проспект Нуркенабирова, улица Гоголя, бульвар Мира. Проспект Бухаджирау, бульвар Мира, улица Гоголя, улица Ленина, проспект Бухаджирау. 30 апреля. С 10 до 12 часов организация репетиции парада войск Карагандинского гарнизона по проспекту Бухаджирау от проспекта Нуркенабирова до бульвара Мира. 1 мая с 10 часов 30 минут до 19 часов организация шествия концертной программы, посвященных празднованию Дня единства народов Казахстана по проспекту Бухаджирау с улицы Олимпийская до проспекта Нуркенабирова. 4 мая с 15 часов до 17 часов организация репетиции парада войск Карагандинского гарнизона по проспекту Бухаджирау с проспекта Нуркенабирова до бульвара Мира. 6 мая с 11 часов до 14 часов организация торжественного парада войск Карагандинского гарнизона по проспекту Бухаджирау с проспекта Нуркенабирова до бульвара Мира. 9 мая с 11 часов до 20 часов организация концертной программы, посвященной Дню Победы по проспекту Республики с улицы Шахтеров до улицы Приканальной. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубонсдар.